Реал Мид. Да, хорошая руда. Читал я о ней на Divine RPG Wiki, но там даже не читал, а проглядывал, что с ней можно скрафтить. И все. И как она выглядит, вроде видел. Я смотрел там боссы в этом моде. Смотрел там тактики вроде их. Но там все равно все на английском. Хоть я и понимаю. Что-то еще смотрел. Но так особо в этот мод не вдавался. Так что для меня все еще закрыто. Для меня все еще закрыто. О, там зелененькая руда какая-то хорошенькая. Такая же из Divine RPG, RPG мода. Черт, сломался у нас топорик, поэтому давайте сделаем сейчас же себе что-нибудь интересное. Например, можем сделать молот. Вот так вот. Потом я допереведу себе Balkans Weapon мод. Точнее, он уже русский, нужно будет поставить только правильный язык. Ну, там, в общем, настраивать его нужно там. Что я, собственно, не сделал, чтобы был у нас русский. Но ко второй серии точно будет, я просто забыл. Так, собираем этот лазурит. И мне кажется, пора сваливать. Что-то у меня такое предвкушение. Что-то, в общем, я думаю, что капец мне будет, если я сейчас не уйду. Поэтому давайте выбираться вверх. Как раз тут есть специальный такой подъем. Заодно будем собирать все руды на своем пути. И как раз выберемся к верху, к поверхности, на которой уже свет. Сделаем там домик, замутим кровать и все остальное. А пока просто добываем этот уголь. Но до конца добывать его я не хочу. Так и оставим. Так, думаем, будем копать вверх. Так, вверх. Факел вон туда. Поднимаемся. Опять вверх. И скоро мы уже совсем выберемся. Совсем скоро. Как раз тут вода. И думаю, ничего страшного не будет. Так, снова вверх. Прыгаем, ставим булыжники под себя. Снова вверх. Уже земля, сейчас будет вода. Так и есть. Так, забираем наш факел. И выплываем вверх. О, видим тут как раз чернильные мешки, значит, сдохли спруты. И вот мы уже на поверхности. Куда бы идти? Ничего интересного не вижу. Пойдем вон туда, вдоль этого красного биома. Здесь стоит мод не Extra Biomes XL, хотя, кстати, похоже. Вот эти булыжники. Вроде даже и крафт одинаковые. Нет. Красный камень также есть в Extra Biomes XL. Здесь он немножко измененный. И вроде бы тут даже больше биомов. Называется этот мод Biomes of Plenty. И я поставил его для разнообразия. И вроде бы в нем меньше багов. В отличие от Extra Biomes XL. Потому что он генерит биомы очень криво. Последний Extra Biomes XL. Вот. А пока просто идем туда. Нужно, чтобы попался какой-нибудь интересненький, родной, желательно, биом. А то я не хочу жить в каком-нибудь красном или каком-нибудь снежном биоме, потому что там ничего интересного нету. Все покрыто либо снегом, либо красным камнем. И нет ни деревьев, ни чего-нибудь еще. Туда идем. Там у нас какие-то непонятные опять деревья, джунгли, что ли. И у нас кончается еда. Смотрите, кушинки плавают. Прикольно. Так, ну у нас есть вроде курица. Две штуки. Мы сможем пожарить, если что, поесть. Так что не все еще потеряно. Тут нас впереди ждут деревья с лианами какие-то странные.
Какие-то растения, кувшинки, по-моему. Так, теперь коктейл. Буду знать, как переводится. Кувшинки. И из 9 можно сделать 6. Это довольно прикольно. Поэтому давайте соберем их. И что это за земля такая? А, это глина. О, прикольно. Давайте соберем. Так, как видите, молот еще такой универсальный. Он и бьет как меч, и может заряжаться. Железный вроде бы только. И все. Или золотой еще, неважно. Вот. Так еще и быстро копает некоторые блоки. Такие как земля. Вот. Даже лопата не смогла вскопать этот блок. Так же быстро, как этот молот. Из этих шариков тоже вроде что-то интересное делается. Сейчас посмотрим. Там вроде даже инструменты делаются, как видите, вот. Броня даже, ничего себе, представляете? Броня из таких дурацких шариков. Давайте сделаем себе ее. Как раз таки, что хоть какая-нибудь броня у нас была. Не пропадать же добру. О, смотрите, тут две штуки есть. Так что это самый легкий способ получить броню и использовать эти штуки. Вот. Эти квадратики, забыл, как они называются, в Таункрафт столе. Ботинки. Нагрудник. Ну, конечно, брони моя вообще очень мало дает. Брони просто ничтожно мало дает этот сет брони. То есть защиты брони. То есть всего 2 штуки из 10. Из 10 же, да ведь? Да, я не разучился считать. Дальше скопаем этот мудбол. Шарики клины. И все. Хватит нам. Вот, все. Заберем с собой наш верстак, который, кстати, тоже довольно быстро копается этим молотом. И пойдем дальше. Искать себе место. А, ну да, нужно еще собрать кувшинки, конечно же. Чтобы у нас была шерсть. И не пришлось убивать овец. Которых мы еще можем и не найти. По механике это глина. Очень схожа с песком душ. Также замедляет, и также в нее вдавливаешься. Так что ничего интересного. Нам нужно собрать 27 штук, чтобы хватило на кровать. Но 2 шерсти у нас уже есть. Вот. Нужно еще 9. Раз, например. Ну, хватит, хватит. Вот так пройдемся. И нам хватит этих кувшинок на то, чтобы сделать кровать. Уже 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Где 6? Вот 6. Ага, и 7. Забираем. Теперь ставим печку. И на одном угле, нет, не на одном угле, на 2 елях пожарим себе курочки. Где курочки? Вот курочки. И как раз нам этих курочек хватит, чтобы восстановить себе полностью сытость. А пока можем даже специально еще попрыгать. Ага. Снова темнеет, что ли? Да неужели, блин, вы чё? Издеваетесь, что ли? Нам что, придется в скале организовываться? Я хочу себе хорошее место для жилья сделать. Так что нужно поторопиться чуток. Едим быстренько еду. Так. И чтобы быстро взобраться, давайте будем использовать песок, например. На лианах не должен падать был, но это не особые лианы. А, или я вообще не поставил туда, куда нужно было. Так что пофиг, неважно. Так. Быстро-быстро идем. Это что у нас? Это какой-то гриб. Тот стол. Чё? Кто? Шрум паудер. А ты для чего? Давай узнаем. Не для чего. До свидания. Ха. Что нас ожидает дальше?
какие-то непонятные деревья, уходим туда. Уходим туда, но в этом куске глины фиг что сделаешь. Смотрите, какая ничтожная прочность у этой брони. 23, 33, 31, 27. Да уж, глина. Это не тот материал, с которого следовало бы делать броню или инструменты. Но тем не менее, они в этом моде есть. Кстати, это мод называется вроде бы... More Food and Crops. Вот так. Вроде бы это он. Также он добавляет еду дополнительную, новую. Дурацкая, да, честно говоря. Но я все-таки оставил этот мод. Дабы у нас было хоть какое-то разнообразие. Там снова новый биом. Не думаю, чтобы родной биом всунуть. Так они пуляют только так. Все не ванильные биомы. Кстати, смотрите, соль. Мы нашли еще соль. Вот. Она нужна для приготовления некоторой еды. Вот. Там у нас кто? Крипер и скелет. Два крипера даже. Выбираемся отсюда. Смотри, цветочек тоже так шатается. Прикольно. Ничего интересного. Опять какие-то маленькие деревья мы видим. Это плохо, конечно. И уже совсем почти стемнело. Почти совсем стемнело. Видим перед собой бамбук. Нафиг здесь жить. Пойдем вон туда. Где много маленьких деревьев. Можно, в принципе, здесь поселиться. Можно. А тут у нас вроде уже нормальные деревья и нормальный биом идет, если я не ошибаюсь. Нет? Нет. Можем даже пойти дальше. И изобрести, например, вон в эту пустыню. Но пустыня какая-то необычная, я смотрю. А с каким-то... А, ну да, с сухой землей. Все понятно. Даже это не пустыня, это все сложные из песчаных блоков. Нифига себе. Тоже странный биом. Довольно странный. Давайте пока поселимся здесь. Вот небольшое уютное местечко мы себе организовали. Можно, в принципе, да, здесь чуть-чуть пожить. Выкинем, пожалуй, мы сейчас... нечего-то выкидывать, на самом-то деле. Выкинем саженцы. Выкинем плоть. И строим себе быстренько домик. Неуютный, но что будет, то будет. Что успеем, то построим. Так-так-так-так-так. Угу, забираемся теперь вот этот слой. Вот здесь ставим. У нас уже заспавнились мобы. Довольно много мобов заспавнилось. И мы можем уже ставить себе крышу. Нет, не можем. Я хочу. Нет, не хочу, так уютнее выглядит. И прикольнее. И блоков меньше потратили мы. Так. Факел ставим, факел ставим. Факел ставим, факел ставим, факел. Да. Крыша у нас из такого дерева. Обычного. Смотрите, как красиво вышло еще. Да. Прикольно вышло, да. А теперь нужна дверька. Но поставим перед этим верстак. Сундук. И печку. Печка у нас будет. У нас будет вот здесь печка. А верстак будет располагаться. Вот здесь. Отлично. Теперь делаем себе дверку. Все, готово. И можем складывать в сундук все ненужные вещи. Так, ставить железную переплавку. Так вот. И улучшать наш сундук. Для этого нам потребуется железо, которое мы сейчас получим. И потом будет Iron Chest. Iron Chest, где же ты? Не вижу тебя. Я плохо. Chest пропишем. Frosted Chest какой-то. Бун, травит, хангри. Хангри Chest? Вы издеваетесь? Скрафтить нельзя. Который... Хангри Chest, голодный сундук. Вот уж да. У нас есть вот такой вот Crafting Table 3.
с помощью которого нам не придется лезть постоянно в верстак, чтобы что-то скрафтить. Но для него нам потребуется, во-первых, книжка, во-вторых, он глючный, очень баганый. Это, конечно, плохо. Вообще, просто жуть, какой баганый. Поэтому я пока не хочу его крафтить. Пока пробуем без рецепта крафта. Я вроде какой-то там рецепт знаю. Сделать обычный сундук. И сейчас с помощью 8, вроде железных слитков, улучшить его. Будет что будет. Если не получится, то, конечно, используем его для своих нужд. Это железо. Эти слитки. Так, получаем слитки. Быстрее. Да, там. Так. Сундук. Железо. Железный сундук вышел. А, ну да, я все-таки, значит, русифицированную версию RNGS поставил. Я этого не знал. Да. А, ну да, я же забрал из предыдущей сборки. Хорошо. Ага, теперь. Это так. Ну, вот опять все сложим, что не нужно. Реалмит потом пожарим. Киноварь, то есть это вроде боксит, тоже пожарим. И что-то еще мы должны были пожарить, конечно. Ну ладно. Делаем шерсть из всех этих кусков. Чего там? Я уже забыл, кусков чего? Кусков камыша. Во. И делаем кровать. Кровать готова. Ставим ее вот сюда. Довольно уютненькая у нас квартира такая маленькая. Лачуга появилась. И думаю, стоит на этом заканчивать. Поставлю потом на переплавку. Или в следующей серии, не знаю. А пока я с вами прощаюсь. Дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Комментируйте видео и вступайте в группу ВКонтакте. Ладно, не буду пока спойлерить, что мы в следующей серии сделаем. Я только сейчас вспомнил. Все-таки сделаем, наверное, мы сейчас быстренько меч с вами. И на этом закончим. Да. Ай. Или лучше не меч. Смотрите-ка, алебарда знаю. Халберд. Вот, хорошая вещь. Давайте сделаем ее. Вот, можно теперь менять. Она либо такая, либо такая. Либо откидывает, либо колет. И колет неплохо. Все, давайте-ка испробуем ее на зомби. Тогда уж. 7 урона, это как алмазный меч. Скажу вам я, это отлично. А если бы откидывало, то он носил бы меньше. Это, соответственно, логично. Ну все. Складываем. Сортируем. Пока.